hacer caldero bien. Tranquilo, sin prisas. Кальдера – это традиционное блюдо Мар Минора. Его обычно готовили рыбаки прямо на берегу. Основное – это секрет – перцы. Мы их обжариваем сначала в масле. Идет очень приятный аромат. Пока мы их обжариваем, у нас рыба стоит в соли. Дальше на масле, в котором были перцы, мы сейчас будем обжаривать рыбу. А я буду измельчать вот эти перцы. Qué bueno que es, qué bueno. Merluza. Merluza y otra. Este es mejor. Mejor. Mejor y merluza. Головы мы сейчас сделаем для тапоса. Вы же знаете, Мигель любит баловать на тапосе во время готовки. Хотим сделать настоящий свой алиоли, и Мигель сегодня нам покажет, как делать алиоли. Это только чеснок и только оливковое масло. Если вам кто-то когда-то рассказывал, что там яйца, вру. То есть задача. Мы измельчили сначала чеснок, теперь по чуть-чуть добавляем оливковое масло. Something changed? Yeah, I think so. It's starting to look a bit like a like paste. Okay. Like a dark paste. Okay. Пока все работают, у нас тапос, да? Голова рыбы. Тоже мой первый раз. Это голова мерлузы. Процеживаем бульон, который у нас получился. Это очень горячо сейчас. Мы процеживаем кальдеры, чтобы внутри не осталось кусочков перца, чеснока и разные рыбьи шашлыки. Меряем горстями на каждого человека по одной горсти. Сегодня кальдера, рис на перцах и рыбном бульоне, отдельно пожаренная рыба, и к нему, конечно же, должен быть алиоли. Вы помните, что Анна делала у нас алиоли все это время, и мы надеемся. О, Анна. Милагро, un milagro. Браво. Когда-то
друзьями поймали тунца. И Саня съел рыбий глаз. Так. Ну, это даже не жуется.